Куда ты собралась? Школу. Школу? О, это что это у вас, цветочек? Да. Скажи. Какой красивый. Это вам сказали в школу, нужно принести цветочек и за ним ухаживать, да? Да. Класс. Будешь его поливать? Это моя пальма. Пальма, это пальма. Сентября в школу. У вас еще не первое, а у нас уже 1 сентября. У нас, точнее, 12 августа, если быть точными. А в нашем районе, в нашей школе начинается 12 августа. Школа, которая напротив нашего дома, они начинают 15 августа. В общем, в Америке нет, к сожалению, четкой даты, когда дети начинают идти в школу. В том году это было 21 августа, в этом году это 12 августа. Заканчивают они до 6 июня, до 15 июня. С чем это связано, я не понимаю, в чем проблема сделать. Вот как мы привыкли 1 сентября в школу. Зачем вот эти вот скачки? Ну, по крайней мере, я могу понять, если там разные штаты. Да, но хотя бы в одном штате можно сделать одну дату, чтобы все дети пошли в школу. А то у нас сегодня часть детей идет на лагерь в художественную гимнастику утром, потому что у них нет школы. Часть детей приходит вечером. Это очень странно. Олива, ты хочешь в школу? Оливия уже, наверное, как 3 дня уже. Я хочу в школу. Я хочу в школу. Я хочу в школу. Ее уже 3 дня мы не могли успокоить, она все хочет. Она уже в субботу собиралась пойти в школу. Да. С чем это связано, я, честно, не знаю. Но нравится ребенку школа? Не, ну так-то она в школу у нас всегда идет с удовольствием. Мы даже в том году, да, спрашивали. По кому ты соскучилась? По учительнице. Это было очень мило. Вот, едем с новым дружочком, красивым, вчера ездили, выбирали, да, Лива? Потом расскажешь. У нас еще в школе сделали ремонт, кстати, вот, может поэтому, Лива, ты поэтому хочешь быстрее посмотреть ремонт? Я хочу в школу, Я не хочу, если честно. А я хочу. Лива, ну ты знаешь, что сейчас начнутся домашние задания? И сегодня будет первое домашнее задание, его нужно будет сделать. Да? Наверное, сегодня самое легкое. Наверное. Вот надо будет успевать делать еще и домашку. В общем, самое сложное после лета, я думаю, вы знаете, как родители, это восстановить график в плане всяких занятий, домашек и всего-всего. Вот это самое, наверное, сложное, да? Лето у них было очень активное, да? Да. Это было очень активно. Мы еще сейчас занялись боксом. Я вставлю видео. Она сейчас где-то взяла 4 тренировки. Опять ей все нравится. Говорит, я хочу. Когда бокс? Когда бокс? Ей все нравится. А если ей в один день не дать никакого активити, то мы не справляемся. Ее поток энергии. Мы не соответствуем. Надо ее все время куда-то на спорт, потому что это невозможно. Вчера она у нас замучит. У нас вчера был один бокс, час, но там как бы так вот. А папа, там опять так, идет Мерседес. Да ты что? И в течение дня она у нас. Мама, папа, пойдем. Под конец мы уже это немножко сдались. Да? Да. Даже разрешили мультики посмотреть. Ну вот, в общем, активный ребенок у нас. Молодец, рука на подбородке, прекрасно, быстрее. И выдыхай воздух во время удара. Подбородка. Very good, и воздух, молодец, супер. На подбородок рука, молодец. Сильный, выровни тело чуть-чуть, выровни. О, только живот, спинку выше. Еще чуть-чуть, терпи, молодец. Ручки подними наверх. Оливия, ручки наверх. Молодец, супер. Ты. Какая скорость? Раз на 40 секунд. Раз, два, три, четыре. Элбо. Колено. Молодец, назад.
подъезжаем к школе. А когда вообще полиция? У нас тут всегда полиция стоит. А куда полиция встала? Полиция смотрит, чтобы все было хорошо. Пешеход. Нам надо припарковаться. Мы подъехали. У меня полная коробка ее принадлежностей. Ой, да. Письменных. Тяжеленный это, рюкзак. Пойдем. Давай, давай, сейчас тебе будет New Friends, Олива. Фразы продают нашу форму. Форма у нас есть. Со стол будет Оливии. Первое место для телевизора. Вот одноклассники. Олива. Давай, с 1 сентября тебе. Че стесняешься? Ты класс. Всего лишь на 12 человек. Все на английском языке у нас. Только дети бывают разговаривают на русском. Мы Оливию пересадили подальше от телевизора. Теперь она, вот ее, рядом. Рядом с Филиппом сидит. Еще второй этаж не видно. Да, ну да, у нас тут ремонтик свеженький. Сейчас мы Оливию покажем. Вот, наша выпускница первого класса. Оливию отправили 1 сентября в школу. Ну, точнее, у нас 12 августа. А сами приехали вот в такое вот кафе Рассе. Я, может быть, возле окошечка, блин, может же... Я бы вообще бы взял вот столик бы на двоих, вот такой вот маленький. Очень уютно, как во Франции. Либо вот с цветочками. Смотри сюда. Давай сюда. Давай. Мне нравится. Они еще красивее сделали. Да, да, все очень красиво. В Рассе нам нравится интерьер. Красивые тона. Красивый интерьер. Вот, ну, нам нравится. Поэтому иногда мы сюда заходим завтракать. Смотри, мы смотри, какая красивая подарка. Не часто завтракаем где-то по ресторанам. Но, в принципе, по ресторанам бывает. Не ходим. Мы всегда дома готовим сами. Нам это проще. Потому что мы знаем свои вкусы. Мы знаем, как готовить наши любимые блюда. И все. Тут красиво. И вот. Но мое любимое блюдо они подают здесь очень красиво. Авокадо тост. Вау. Вау. Класс, да? Класс, да. Мне нравится. У нас сегодня понедельник, 12 августа. Как будто бы 1 сентября. И, кстати, вот мы сейчас Оливию отвели в школу. Я только сейчас понял, что мы как-то пошли во второй класс. Второй класс. Быстро вообще. Я только была в этом подготовительном классе. Кстати, праздник 1 сентября не только для детей, но и для родителей. Видишь, мы тоже решили отпраздновать 1 сентября. Ой. Нет, просто, ну, у меня даже на душе было как бы весело и приподнятое настроение утром. Да, у нас, кстати, школа делала полный ремонт. Вообще полностью. То есть, прям очень классно. Освежили, это заметно. А вот, это прям здорово. Там еще всякие внутренние изменения произошли. Ну, в общем... Не буду вас посвящать, да, вам все. Это и не надо. Ребенка в школу сдали, завтра едем в Доминикану отдыхать. Отдыхать, а по делам. У нас мы не едем не отдыхать в Исландию, а по делам. Также едем в Доминикану по делам. Ну не, ну мы в Доминикан на самом деле летим на 3 дня. По делам. И реально по делам. Честно, знаете, что я по делам? Вот мы когда выбирали отели в Доминикане, я поняла, что я туда не хочу лететь, если честно. Я не знаю почему, но так как есть вещи, которые нужно там закончить окончательно уже, то нам придется туда лететь. Придется лететь в Доминикану. Это звучит, конечно, прям как-то совсем по-снопски, ну ладно. Вот, но сам факт.
То есть нет, да, Антон, такого уже, ой, в Доминикане. Ну, как бы уже ты на это на все смотришь, на все эти отели, а понимаешь, что они старые, они все старые, и никакой отель не хочется, если честно.